На часах ровно 10:30, а это значит, что расширенная планерка в самом разгаре. Ответственные за каждый фронт работ распределились по объектам. Идет сверка часов. Выполнение всех поручений контролируется детально. Мы сегодня находимся на втором этаже детской поликлиники на 600 мест. Значит, выполняются работы по устройству полов. Малярные работы уже окончательные. Работы по устройству плинтусов. Подвесных потолков. Шпатлевка, покраска и побелка, подгонка стыков и швов. Работа скрупулезная, с учетом того, что весь объект достаточно немалый. Комплекс состоит из детской поликлиники на 600 посещений в смену, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля на 500 и женской консультации на 190. Ежедневно на объект выходит около 250 строителей. Основной организацией исполнителем выступает предприятие «Брестоблсельстрой». Бесперебойную работу и сохранение намеченного графика прежде всего обеспечивает своевременное финансирование. Всего здесь строительно-монтажных работ выполняется на сумму 38 миллионов рублей. Этот объем плюс закупка идет оборудования непосредственно нами, технологического оборудования, оборудования для медицинских целей. Медицинское оборудование закупает медтехника и управление капитального строительства города Бреста. Многопрофильный медицинский центр в ЮЗМР-5 изначально проектировался с учетом особых инженерных решений для установки со временем высокоточной аппаратуры. Предполагается, что после ввода объекта в эксплуатацию многие виды сложных обследований должны стать доступными всем жителям спального микрорайона. А чтобы внешнее оформление не уступало серьезному внутреннему наполнению, в эти дни на площадке трудятся специалисты коммунальника. Наша организация сейчас занимается озеленением коммунальных, в частности, работы на завершающем этапе. Сейчас производятся работы по устройству газонного покрытия. В благоприятный период начнутся работы по посадке древесно-кустарниковых насаждений, согласно проектно-сметной документации. Новый комплекс впечатляет не только своим масштабом, но и внешним видом в целом. Необычное архитектурное оформление дополняет многочисленные решения по безбарьерной среде. Ввод медицинского центра запланирован на конец 2021 года.